Дорогие друзья, давайте помолимся. Боже, всемогущий и милосердный Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, мы благодарим Тебя за Твою милость и благость. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас в этом мире, в этой жизни, привел нас к себе, дал нам веру. Господи, веди нас по этой жизни так, чтобы мы всегда были близки к Тебе, чтобы были всегда с Тобой, чтобы всегда сохраняли веру, надежду, любовь. Боже, мы вспоминаем пред лицом Твоим, Господи, нашего брата, мужа, родного человека нам, Виктора. Господи, Ты призвал его из этой жизни в вечность. Боже, мы молим Тебя, дай, Господи, всем нам, особенно родным и близким, Господи, Твое утешение. Дай твердую веру, что все умершие в Тебе, они обретают жизнь вечную. Господи, дай в этой надежде нам жить. Даруй, чтобы все наши родные и близкие, которые ушли из этой жизни, были бы нам примером в том добром и хорошем, Господи, в чем они подражали в этой жизни Тебе. Господи, мы оставляем себя, оставляем друг друга, Господи, на Твое попечение. Благодарим Тебя за Твою заботу, за Твою веру, утешение, за прощение наших грехов и жизнь вечную. Да будет Тебе, Господь, за все слава, вечный Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Итак, дорогие друзья, мы собрались здесь для того, чтобы вспомянуть Виктора. Вот, и, конечно, я тоже, знаете, испытываю такое непривычное чувство, потому что до этого времени часто видел его здесь, и теперь, когда понимаешь, что человека уже нету, что он ушел в вечность, то, знаете, дает такое утешение, вот эта вера, да, в то, что наши родные и близкие, те, кого мы любим, кто уходит в вере, они уходят в лучший мир. Они здесь прошли свой путь, здесь свершили его. И для всех нас еще предстоит пройти этот путь, да, предстоит пройти то, что Бог дал каждому из нас в этой жизни. И не просто пройти, но пройти с верой, пройти с любовью, пройти с упованием на Бога. Вот, и я думаю, что в этом и Виктор может быть для нас во многих вещах примером. Вот, и в этом мире есть церковь, мы не одни, и церковь – это семья. Церковь, где мы можем получить утешение, где мы можем услышать Слово Божие, где через святое причастие можем соединиться со Христом и в этом получить Его утешение. И поэтому никогда не пренебрегайте теми возможностями, которые Бог дает нам, потому что Он утешает нас, Он ободряет нас, Он укрепляет нас в веру, и Он ведет нас по этой жизни. И я думаю, что сейчас мы каждый можем вспомнить Виктора теми добрыми словами, добрыми воспоминаниями, которые у нас остались. Может быть, кто-то в своей жизни думает, что, может быть, что-то он не сделал, что-то, может быть, где-то мы, может быть, не поступили так, как нам хотелось бы поступить, или правильно, или еще что-то. Знаете, Бог прощает нам. И я думаю, что Виктор сейчас, в виде всех нас, он бы тоже радовался тому, что если бы мы простили себя, не носили какой-то груз, да, вины или еще чего-то, но с благодарностью вспоминали то, что Бог дал через него в нашей жизни и тем возможностям, которые Бог дает нам. Поэтому я желаю всем вам Божьего благословения, твердой веры и жизни, в вере, в любви, в прощении. Также не забывайте, что у нас есть церковь, да, и здесь вы всегда можете найти поддержку, здесь всегда можете найти то утешение, укрепление веры. Бог для этого создал свою церковь здесь. Так что добро пожаловать к нам также. Спасибо большое. Спасибо, Володя, тебе.